В Парижі ко дню незалежності Білорусі відкрилася виставка Олександра Алексєєва Олега Лукашевича «Спадщина Білорусі». 30 широкоформатних робіт украсили дії представництва Білорусі. Унікальні пам'ятники білоруської архітектури вже визвали інтерес у французької публіки. Обновляючи об'єкти нашої спадщини, ми, звісно, робимо передусім для себе, для власного білоруського народу, для того, щоб розуміти і відати нашу історію. Але з другого боку, звісно, ми повинні у добрим розумінні цього слова використовувати їх для того, щоб нашу країну навідували заміжні туристи, для того, щоб це працювало у економічному сенсі. Интерес к нашей стране с каждым годом только увеличивается. Франция в числе лидеров по количеству путешественников, посетивших Беларусь. За прошлый год в нашей стране побывали более 14 тысяч французских туристов. Символично, что наша сегодняшняя выстава «Спадщина Беларуси» открывается именно в французской столице. Потому что еще в 2001 году мы с Александром зашли в парижскую книгарню, чтобы доведаться, что есть у французских книгах, альбомах про нашу страну. И оказалось амаль ничего. Тому мы и вырашили зарабіць альбом «Спадщина Беларусі», каб як мага болей замежнікаў даведалася аб нашай Беларусі. Примечательно, что наша первая международная выставка состоялась здесь, в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, в мае 2004 года. Открывал нашу фотовыставку лично сам генеральный директор ЮНЕСКО Кайтира Мацеура. С тех пор в Беларуси восстановлено и поднято из руин множество дворцов, усадеб, храмов. Экспозиция «Спадщина Беларуси» будет представлена в Париже до конца этого года.